Представьтесь, пожалуйста, для наших читателей. Я-то вас знаю. Я Николай Колыняк, командир сотни территориальной обороны Никополь. Ну и старший горпредставник. Вот в последнее время, Николай, в Никополе, у никопольчан, значит, рождается мнение, нужен ли этот пост. То есть много вот как бы обсуждений. Что вы можете по этому сказать? Ну, этот пост для того находится в Никополе спокойно у нас пока что, слава богу. Даже со временем, даже если прекратится АТО, он более актуальный станет, даже чем в нынешнее время. Эта вся нечисть начнет расползаться группками по одному, по два, по три человека. Они все вооруженные. Они привыкли сладко есть, сладко спать. Пойдут ходы государственные машины, банки, зажиточные дома, магазины. Так что не дай бог. А какую роль люди там играют? Ну, по нашим данным, когда нам рассказывают, допустим, они прекрасно знают, что никого не существует. Что все машины, автобусы со Сосновки, все проверяются. Даже рейсовые автобусы с Донецка, с Ахтемовска мы проверяем. Заходим, проверяем людей документы. Ну, не у всех, конечно, кто вызывает подозрения. Проверяем перевозимый груз, что с Востока везут. Понятно, что все машины мы практически проверить не можем. Но стараемся по максимуму охватить, по максимуму допустить проникновение в город элементов. Даже такие факты, допустим, если сегодня Никополь, это же не только будет стоять, это и патрулирование города. Сейчас мы занимаемся вопросом особым, вопросом беженцев. Ни для кого не секрет, что те, что беженцы приезжали, они прямо нагло заявляют, вы все дураки. Ну и тем не менее, давайте не будем упускать, что все-таки среди них тоже есть патриотичные украинцы. То есть... Нет, есть, конечно, есть и таких большинство. Да, вот пошивая овца на стадо портит. Ну, да. Люди нам приходят, говорят, не там, допустим, Иванов Иван Иванович, беженец такой, говорит, ну среди беженцев такие разговоры идут. Николай, а давайте немножко о вас поговорим. Кто вы вообще такой, где вы взялись? Родился. Я понял, но вот в Никополе. Что вас привело в Никополь? Вы же не никопольчане? Нет, я сруженец. Ну, живу сейчас в Никополе. А служили где? Ой, я в Москве не служил. Это легче назвать, где не служил. Ну, если пойдем, если люди помнят округа, это Прикарпатский военный округ, Центральный военный округ, Закавказский военный округ, Туркестанский военный округ, Забайкальский военный округ. То есть вы кадровый военный? Да, да. А в каком вы звании и в какой роде мультики? Я вертолетчик. Вертолетчик? Да. Я сам вертолетчик. Так что кадровый военный... Можно сказать, отчасти вы в своих трусах. Да. Да, да, да. Я уже с 92 года на пенсии. Так что уже пенсионер со стажем, один из самых старых пенсионеров. В армию сейчас не взяли и по возрасту, и по диагнозу, что ограничено годен к строевой службе в военное время после ранения. Так что прикладываю свои руки туда. Собрались патриоты, собрались ребята. Было нас много, сейчас нас стало. Многие ребята уехали на АТО добровольцами, многих призвали. Мы сегодня Виталия Шолохова отправили с грузом, загрузили медикаментами, продуктами. Пальцева поехал. Я знаю, он, по-моему, пенсионного возраста. Ну, он моего года, он 54 года. Ну, сейчас же продлили немножко. И добровольцы пошел на комиссию и сегодня уехал. Стараемся ребятам помочь, поддерживаем связи с нашими ребятами в 93-й бригаде, которые служат. Чем можем, тем помогаем, средства собираем. А вам кто помогает? Вы на свою зарплату, что ли? В принципе, сейчас да. А вот, ребята, вот я видел, парень здесь у нас сейчас, еще другие клиенты, люди, они за такого. Вот раньше нам очень хорошо, очень много помог Михаил Соколов. Да, это был народный депутат 6-го созыва, батьющина из Никополя, мы работали у него помощником. Он помог построить этот пост, средства мне помогал, ну, вчера это не было напряженка с деньгами, все понятно. Ну вот, допустим, агрофирма есть такая, села Запорожская под Апостолом, знаете? Ну, не доезжая Апостолова, если к Ленинску напрямую ехать, за 5 километров влево Запорожская агрофирма, агроцентр называется. Карпенко Михаил Михайлович, там управляющий генеральный директор, а Галя Владимир Иванович, он управляющий там. Да. Нам они раньше каждую неделю поставляли продукты. Ну, сейчас мы такой возможности нет, но мы сами ездим. И люди нас приводим,
дня 3-4 мы продуктом обеспечены. Дальше взять простых людей. Ребята вот... Я видел вам воду, кто-то передал только что. Да простые, просто люди останавливаются. Кто воды передаст, кто бутылку молока передаст, кто блок сигарет даст. В Запорожье парень Михаил взял, поставил, вот кофейный автомат сидим, кофе пьем. Каждую неделю снабжает кофе. Да, у нас проблемы, приходится и за свет платить, и воду завозить, душ, чтобы помыться, и смену привозить, отвозить, бензина очень много идет. И главная проблема сейчас люди. У меня осталось несколько десятков, как говорится, живых человек. А вы как, кто вы считается, какая должность, или как вы говорите, у меня осталось пару десятков человек? Командир сотни Никополь. Командир сотни чего? Сотня территориальной обороны Никополь. Да. Полное наше название – громадське формування по охороні громадського порядку сотня територіальної оборони Нікополь. Це кому вона відноситься? Нікому, це громадське формування. Ми сформовані при ісполкомі. Ми, грубо говоря, починаємося горісполком. А сотрудничаємо з міліцією, з армією. Ми не входимо в структуру МВД, не входимо в структуру армії. То есть это сформировано для того, что много из патриотов уже по возрасту не приходят в армию, по здоровью не приходят в армию. Или вот нету возможности, ну не призвали еще, ну как говорится, есть у него повестка на руках, еще не призвали. И они у нас служат, несем службу по мере силы возможности. Ну а какие-то вот случаи были у вас, что неординарные, то есть то ли вы кого-то задержали, то ли... Я было и не раз было, но это людей эти сдается в СБУ и дальше, да, ну это проблема с СБУ, остановили машину, однажды у нас вся дырка, вся простреленная, сидят три хачика, как говорится. Задержали, мы ж не докажем, у него же на лбу не написано, что он сепаратист, и не мажем у него удостоверение сепаратиста. Просто подозрительные люди. Все по-разному ведут. С автобуса иногда приходится тоже. Сидит вот такая морда метр на метр. Я беженец. Ты что ж ты не идешь защищать беженец? Я понимаю, вот сейчас я останавливал машину, 8 детей. Годика полтора-два будем на сиденье. Четверо взрослых, 8 детей, забиты за машину. Понятно, что это люди бежат, бегут. Да перед... сегодня, да? Да вот только сейчас останавливал, вы снимали, еще стояли. Вот на среди дороги. А вот перед тем ехала машина, ну там взрослые, ну как пожилые люди, две бабушки, дедушка. Вся машина вклеена бумажками, люди написаны. Ну прямо вырвано листок бумаги написано. Люди, люди, спереди, сзади. Чтобы не стреляли по них. Ну я понимаю, ну а в Жигуле скотину же привозить нельзя, понятно, что люди. Но люди испуганы. Зашуганы, и вот тут она на боковых, сзади, спереди. Там много что беженцев? Очень много ей беженцев. Очень-очень. Ну, я так цифру не назову конкретно, не занимаюсь я таким учетом. Но я думаю, машин 50-100 в среднем проходит за день. Никуда они едут? Нет, почему? Не в Никополь. Едут на Херсонщину, в Одессу, в Кривой Рог едут. Много очень едет в Одессу. Очень много едет в Одессу. Ну и рассказывают люди, конечно, страшные вещи. Телевизор же тоже не все, бывает, им честно говорить, показывает. Очень страшные вещи рассказывают. Люди запуганы. И не знают, что дальше будет. Есть уже люди, которые возвращаются. Есть мужчина, говорит, вот сейчас семью отвезу, а сам возвращаюсь. Нет, ну, они же такого не скажут, что он удаляет. Дом, квартиру оставляет. Так вот, самое главное сейчас в Коста-Рике, насколько я понимаю, это внутренняя авария. Да, в основном я крутой здравствуйте. Потому что, чтобы он ну, 70% у нас уже нет, того, что было. Какие-то льготы или какие-то заработные платы у вас все только на подрядчице? Нет, есть льготы. Кто хорошо службу несет, можно кофе пить, сколько душа желает. Или журналисту. Да, или журналисту. Нет, ну слава богу, Миша выручает. Мы-то кофе по 130 гривен брали килограмм ВТБ, допустим. Он сейчас нам поставляет такой же по 75 гривен, ну, по 5 килограмм.
Оно уже дешевле, потому что так посчитали, что особенно ночью ребята дружненько прикладываются к автомату. Спать а хочется. Сотрудники, сотрудники милиции всегда с вами? Всегда. Как правило, один-два сотрудника ГАИ и два автоматчика. Постоянно. Хотя, согласно закону, вне населенного пункта в сельской местности мы можем сами службу нести. Мы имеем такие же права, точно как и милиция, останавливать, задерживать, проверять, составлять протоколы. Но у нас нет огнестрельного оружия, нет, только травматическое, поэтому сотрудниками милиции не всем. Помогаем друг другу, спасибо ребятам, коллектив у них очень хороший подобрался. Уже постоянно эти же дежурят, мы уже их всех знаем, все потребы знаем. Николай, ну вот и как бы в заключение нашей беседы, что бы вы хотели сказать Никопольчанам, которые сейчас? Не верить слухам. Вот как стрельба была на третьем участке. Обычная пьяная разборка. А звонки пошли, и террористы уже, и все. Мы сделаем все, чтобы не допустить беду в Никополь. Но она приходит с другой стороны. Как бы ребят хороним. Здесь служба налажена, отработана уже все. Тем более постороннему человеку кажется, что много машин ездит. Ездят в основном 90% одни и те же, мы все есть знаем, что наши. И посторонние машины у нас сразу бросаются в глаза, да, мы номера не помним, но визуально уже прям туда-сюда проехал, с номера человека. Ну и скажу еще никопольчанам, милости прошу, к нам сотню. Вот кого нет возможности в АТО пойти, пожалуйста, можно помочь родине здесь. Кто, как не мы, защитит нашу Украину. А работы? Ой, будет много еще. Потому что сейчас на верхах думаешь, что они решают. Да нет, сейчас все решает человек с ружьем. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Иван. Иван, что вы здесь делаете? Мы, это у нас блокпост на въезде в Никополь. Вот. Мы здесь пытаемся оградить себя от въезда людей, которые могут принести нам в город несчастье, так сказать, ту же войну, которая сейчас происходит в Донецкой и Луганской области. Сепаратисты, так называют, террористы, по-другому их не назовешь. Вот. Хотелось бы, чтобы этого здесь не было. Для этого мы здесь и стоим. То есть приоритет отдается автомобилям, тонированным микроавтобусам с госномерами Донецкой и Луганской области. Вот. Досматриваем, проверяем на наличие разнообразных запрещенных веществ, там, оружия, вот, литературы, так сказать, ДНР и ЛНР, так называемые, чтобы не провозили сюда. В первую очередь хочу обратиться к молодым никопольчанам, ребятам, которые чувствуют себе, что это патриотизм, да, они хотят его как-то проявить, но мое мнение, что прицепить флажок к машине и ездить с ним. Ну, это так. Это, не знаю, показуха, не показуха. Это тоже проявление, конечно, патриотизма. Но хотелось бы, чтобы молодые люди, которые хотят реально помочь, оградить наш город от этих элементов на востоке, от этих, извините за выражение, уродов, которые убивают наших ребят, самых достойных граждан, молодых. Вот, чтобы они приходили к нам на блокпост, записывались в нашу организацию, общественное формирование «Сотня территориальной обороны Никополь». Вот. Чтобы дежурили с нами на блокпосту, вот, и вносили свою лепту в то, чтобы у нас было здесь спокойно. Если они, ну, не едут там на АТО, не имеют возможности, или они не призывают, или их не призывают, вот так вот, скажем так. Мы все люди рабочие, нам здесь ничего не платят. Мы все сюда пришли, потому что мы хотим жить спокойно в нашем городе. Вот. Я сам человек рабочий, я вот два выходных, среда-четверг дежурил здесь 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. Вот люди, я понимаю, что работа, быт там, но это все можно выделить время, если захотеть, для того, чтобы помочь своему городу. В первую очередь вы будете защищать свои семьи, своих детей, своих жен, своих родителей. Вот. Представьтесь, пожалуйста. Фамилию называть? Ну да. Артем Кунец, Анатолий. А вас? Лось Александр Евгеньевич. Что вы здесь делаете, Артем Александр? Мы здесь на блокпосту защищаем родной город.
от того, чтобы сюда никто не проник. Те, которые могут в городе беспорядки учинить. Артем, а вы где-то работаете? Нет, я работаю в интернете. А в свободное время здесь? Да. А почему вы здесь? Ну, охраняю. Что вы, Артем Александрович, что вы хотели бы сказать никопольчанам? Если у них нет возможности приходить, ехать на АТО, пускай приходят сюда, хоть как-то помогают здесь, чтобы защищать Никополь от всяких сепаратистов, россиян. Хоть чем-то люди нужны, пускай помогают, приходят, если есть возможность. Я работаю на ферросплавном, на печи. Сегодня в первой смене стоял, сейчас пришел сюда. Может быть, покажется, что мы здесь не нужны, но я считаю, что мы здесь нужны. Даже то, что ребята ехали на АТО, и потом мне говорили, что мы видели, что вы защищаете наш город, мы там, а вы здесь. Вот даже из-за этого.